На футбольных полях спорткомплекса «Красная звезда» завершился 26-й турнир на Кубок компании «Оша». 23 декабря зрители наблюдали за финальными матчами областного открытого турнира по зимнему мини-футболу. Решающие поединки обещали жаркую борьбу, а болельщики предвкушали яркий спортивный праздник. Те, кто пришел поиграть, те, кто пришел поболеть, те, кто просто хочет хорошего настроения, бодрости, заряда энергии. От всей души поздравляю вас с данным турниром. Огромное спасибо тем командам, которые приняли участие. Огромное спасибо организаторам, группе компании «Оша» за те традиции, которые уже не один десяток лет на территории Омской области им есть, существуют и, конечно же, развиваются. Около 1500 футболистов из 85 команд спорили в нынешнем году за зимний кубок. В финале 4 сильнейших. В решающем противостоянии за третье место победу праздновали игроки команды «Оша». А уровень команд, вы вот видите, сейчас там идет финальная игра, и идет настолько равная борьба, что никто не может предсказать, какой будет результат. То же самое можно было и сказать о игре за третье место. Ведь долгое время было ничейный результат. Кстати, сейчас тоже ничейный результат у нас, когда мы разговариваем с вами. Ситуация меняется, поэтому футбол, вообще это популярный вид спорта на данном этапе. И вообще я скажу, что данный турнир, он как бы подводит итоги всему уходящему году. И вот к этому турниру команды готовятся не просто там, как в одночасье, в один день, а готовятся на протяжении всего года. Подбирают себе состав, наигрывают комбинации, то есть характерных игроков берут, лидирующих игроков берут, лидеров команд. То есть это достаточно хороший уровень. В финале турнира встретились Трест ФОМ и Атон. Матч получился напряженным и эмоциональным. В итоге преимущество в один мяч принесло Трест ФОМу чемпионство. Ну, игра тяжело складывалась. Быстро забили, потом пропустили. Вот. Тяжело. Забили во втором тайме, потом уже играли по счету от обороны. Тяжело было, но выстояли. Команды все сильные. Ребята поддержат. Не проиграли ни одной игры, поэтому кажется, что легко, но на самом деле все игры были трудные, особенно финальные, поэтому победы легко никогда не даются. Поражение всегда, в принципе, обидно, но проиграть в такой игре, как бы, я думаю, ничего страшного нету. То есть, еще раз повторю, равная игра, два сильных соперника. До финала мы дошли без поражения, и команда Трест ФОМа. То есть, ну, в этой игре кто-то должен был оступиться. Не повезло, проиграли мы. Заветный кубок нашел своего нового обладателя. Медали, денежные вознаграждения от организаторов получили победители и призеры. Заслуженные индивидуальные награды были вручены также футболистам в отдельных номинациях.